С 27 октября по 3 ноября в Дагомысе проходил традиционный международный детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Кубани-2012». В турнире принимало участие около 100 команд из стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Команды были разделены по возрастным категориям. В группе команд 2002 года рождения первое место заняли воспитанники Гагарской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Алексея Бондаренко. Лучшим бомбардиром в этой категории был признан Давид Хишба. Ребят с победой поздравила заместитель заведующей отделом образования Марина Багаева. Я с умилением смотрю на этих желтых подсолнухов, которые радуются и не могут скрыть своих положительных эмоций в честь одержанной ими победы. Это ваша первая победа под руководством вашего тренера. Но я уверена, что это у вас не первая победа, что под руководством такого тренера, который всю свою душу отдает развитию спорта, отдает детям, вы добьетесь еще больших успехов. И что в вашем лице мы получим достойную смену наших известных футболистов. Тренер Алексей Бондаренко отметил, что для его воспитанников это первая выездная победа. Команда «Гагра» участвовала не первый раз в этом турнире. Уже мы завоевывали там первые места. Но именно вот этим возрастом, именно по этим детьми мы выехали первый раз. Никто не думал, не ожидал, нас отправляли лишь бы призовое там место, но мальчики собрались, выступили очень достойно, хорошо, выиграли турнир, порадовали гагринцев и всю Республику Абхазии. Очень много команд, много хороших команд было, хорошая организация очень, конечно, не хватает, я думаю, что нам таких турниров мы можем спокойно легко организовывать и легко проводить такие хорошие турниры. Многие команды будут сюда с удовольствием приезжать. Хорошее впечатление оставили и судейская работа, как работали судьи. Абсолютно все себя хорошо проявили. Первый раз поехали, первый раз от мамы, от папы, дети маленькие, 9-8 лет. Очень было тяжело первое время, но после двух дней адаптации, можно так сказать, пришли в себя, собрались, третью игру сыграли очень здорово, так же, как и четвертую. И в финале, конечно, проявили свои очень мужские, такие хорошие положительные качества. Своими впечатлениями поделились и юные спортсмены. Мы играли со многими командами. Мы играли с Челябинском, с Новороссийском, с Краснодаром, с Сочи и еще с Сарамиск. Мы заняли первое место. Самая сложная была команда – это Краснодар Сочи. Мы с трудностью ее выиграли. Много эмоций было. Мы все прыгали, улыбались, радовались. Этот турнир был очень сложный. Самая сложная команда была – это Сочи Краснодар. Мы ее с трудом выиграли. Спасибо нашему вратарю. Благодаря нашему вратарю мы выиграли эту команду. Я думаю, что мы выиграли благодаря нашего тренера. Когда мы играли с Сочи, Краснодар, все родители очень переживали за нас, плакали. Когда счет был 2-2 и мы играли по пенальти, родители очень волновались, что мы проиграем. Последний удар был, я его поймал. Мы все начали плакать от радости. Боролись за первое место и заняли его, хотели очень это первое место. И самая трудная игра была с Краснодаром. И первая, и последняя. Первую игру мы проигрывали счетом 2-0 и выровняли на счет 2-2. И мы не знали потом, как мы с ними в финале будем играть. И мы собрались силами и выиграли их в финале. Хотя счет был такой же, но мы их выиграли психически и морально. И нас это очень впечатлило, и нашего тренера. И спасибо тренеру, и спасибо вратарю. Он очень хорошо отстоял на воротах и вытащил этот последний мячик. Я думаю, что мы выиграли, потому что у нас тренер наш очень хорошо тренирует, и мы выиграли благодаря тренеру и вратарю.